Приведем планету в порядок. Начнем с республики. В Чувашии стартует традиционный экологический месячник. Пробуждающаяся после зимы природа требует обновления во всем. С 15 апреля по 5 июня в республике пройдут массовые экологические субботники. Добровольцы соберут и вывезут твердые коммунальные отходы, очистят и благоустроят родники, высадят деревья и кустарники. В весенний период запланировано проведение на территории Чувашской республики всероссийской акции «Сад памяти». В рамках мероприятия будут высажены деревья во всех муниципальных районах и городских округах республики, в городских парках, скверах, аллеях, так и на территории лесного фонда. При озеленении территории важно разработать некоторые стандарты, включив в них и определенный перечень растений. Здесь мы решаем сразу несколько задач, на мой взгляд. Первое, мы даем четкий сигнал предпринимателям, которые занимаются содержанием питомников, какие растения будут использоваться у нас, да, там массово для озеленения и поддержания. Ну а, соответственно, далее мы можем уже в том числе более целенаправленно направлять те усилия, о которых говорил Александр Юрьевич, по повышению квалификации и компетенций, содержание, ухода и сопровождение растений, которые используем в озеленении населенных пунктов. Результаты экологических субботников осязаемы и очевидны. Это чистые скверы и парки, облагороженные лесные тропы, новые зеленые массивы. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.